Так, участник под номером 7. Соколов Сергей Александрович. Эндоскопическое комбинированное лазерное электропетлевое удаление лейомиомы промежуточного бронха, осложненная обтурация среднего и нижнего, осложненная средней и нижней долевой пневмонии. Пожалуйста, Сергей Александрович. Добрый день, уважаемые члены жюри, уважаемые участники первенства, коллеги. Вашему вниманию будет представлено редкое клиническое наблюдение. Лейомиома промежуточного бронха, осложненная обтурационной средней и нижней долевой пневмонии и вариант эндоскопического комбинированного ее удаления. Надо сказать, что доброкачественные опухоли легких занимают до 10% от всех опухолей легких. Несмотря на многообразие гистологических форм, их объединяет довольно-таки медленный рост, отсутствие метастазирования. В зависимости от размеров локализации в легком протекает с теми иными осложнениями. Лейомиома легкого, доброкачественная опухоль, встречается в менее 2% от всех опухолей. Исходит из гладких мышечных волокон бронхиальной стенки и чаще выявляется у женщин молодого возраста. При ее центральном расположении расположено в крупных бронх в виде полипа на ножке или широком основании, периферическое расположение в виде множественных узлов. В зависимости от формы локализации лечение чаще хирургическое, бывает комбинированное эндоскопическое плюс операция эндоскопическая. В этой связи интересно клиническое наблюдение наших южнокорейских коллег. В одной клинике за 11 лет у них было пролечено 16 пациентов с первичной лейомиомой. Из них эндоскопическому лечению подверглось 11 пациентов. И в 8 случаях лечение было радикальным. Период безрецидивного наблюдения составил в среднем 3,5 года. Способствовал радикальному лечению основание опухоли от 15 до 20 мм, отсутствие перебронхиального компонента. В нашем случае молодая женщина поступила в нашу клинику с жалобами на одышку при нагрузке, чувство дискомфорта в правой половине грудной клетки и повышение температуры тела до субфебрильных цифр. На протяжении нескольких лет она наблюдалась у различных специалистов с подобными жалобами. Лишь в ноябре 2015 года по поводу правосторонней пневмонии лечилась, и по данным компьютерной томографии было выявлено образование промежуточной бронхи. При обследовании в нашей клинике по данным рентгенографии правосторонняя пневмония, ателектаз, гиповентиляция, нарушение бронхиальной проходимости справа на уровне промежуточного бронха. По данным компьютерной томографии определяется в промежуточной бронхе крупное образование до 16 на 16 на 30 мм, исходящее из задней стенки. Перебронхиальный компонент отсутствует и имеется средняя нижняя долевая пневмония. При эндоскопическом осмотре определяется круглая форма шаровидное образование, обтурирующее промежуточный бронх, верхняя доля свободна, имеется щелевидный просвет, через который удается провести аппарат и осмотреть бронх средней и нижней доли, заполненный жидким гнойным содержимым. Слизистая выражена воспалена. Также пациентке было проведено эндоскопическое ультразвуковое исследование зондовое, при котором были уточнены расположения, размеры опухоли и слой, из которого она исходит. Также была взята биопсия, заключение лейомиомы промежуточного бронха. На первом этапе было решено выполнить реканализацию с лечебно-диагностической целью. Мы выполнили это вмешательство под внутривенной анестезией с интубацией трахеи, использовали ширококанальный бронхоскоп, медицинский лазер, электрохирургический блок и эндоскопическую электропетлю. На данном слайде представлены этапы операции. Лазерная вапоризация опухоли, электрохирургическое удаление, фрагменты опухоли, ну и окончательный вид. Основание удаленной опухоли имело размеры от 10 на 4 мм. Пациентка, по данным гистологического исследования, лейомиома промежуточного бронха удалена в пределах мышечной стенки. Пациентка наблюдалась в течение 2 месяца, и при контрольном осмотре через 2 месяца мы увидим, что просвет бронха полностью восстановлен, имеется поверхностный гладкий рубец, при осмотре в белом свете в режиме NBI признаков какой-либо инфильтрации не видно. Также было проведено эндоскопическое ультразвуковое исследование, перебронхиальный компонент отсутствовал. По данным гистологии, грануляционная ткань. Таким образом, отсутствие перебронхиального компонента опухоли и небольшое основание удаленной лейомиомы позволили провести радикальное эндоскопическое вмешательство, что позволило в дальнейшем отказаться от дальнейшего хирургического лечения. Пациентка направлена под динамическое наблюдение. Благодарю за внимание. Спасибо.